Наши книжки и малышки предназначены для детей от года. Они небольшого размера, всего 9 на 9 сантиметров, сделаны на плотном картоне, поэтому ребенок может самостоятельно их держать в руках и листать таким образом, приучаться к чтению, то есть извлечению полезной информации из бумажного объекта с помощью листания. Давайте посмотрим, какие же звуки издают животные. Свинья хрюкает, корова мычит. Утка крякает. Кошка мяукает, тигр рычит, змея шипит, лягушка квакает, а жук жужжит. Как вы все расшумелись? Ну-ка тихо!